Друзья, очень было вчера много вопросов по поводу этого, что это за растение. Люди не знают некоторые, но это ничего страшного, сейчас расскажу. Это дихондра. А кто вместе со мной выращивал, тот знает, что сажать ее нужно рано для того, чтобы получить именно вот такой куст. Но в этом году я экспериментировала и сажала в кашпо по одной штуке, всего лишь одно семечко здесь, но правильно сформировано, использованы все хитрости магические, волшебные, о которых я рассказываю у себя в блоге. Поэтому, если вам интересно, как размножить, как посадить, друзья, я все буду рассказывать. И в ноябре первая хитрость — это ранняя посадка. А сейчас я буду делить этот куст, соберу семена еще и начеренкую. Контент начинается. Смотрите, что мы делаем сейчас. Дихондры. Какие красивые плети. Прекрасные. Можно с горшка теперь снять вот это вот все дело. Дихондру вытащили мы из горшка. Теперь что мы с ней делаем? Если у вас вот такой, значит, цветочек, сейчас покажу, как его сохранить. Режем. Как хлебушек. Все, что мы отрезали, можно часть убрать, оно само по себе отомрет, что не нужно здесь ей, и нам это не нужно, нам лишние вот эти вот рассадники всякие на стеллаже тоже не нужны. То есть чем меньше тут будет листвы, тем лучше, потому что все тут пойдет новенькое, если все будет нормально, конечно. Это все поедет домой. Если нужно будет вам начеренковать вот отсюда еще, да, то у вас вот эти длинные плети будут вылезать, вы их нарастаете, вы их опять сюда вот вытаскиваете, рядом в такие же кассеты сажаете. Это все тоже едет домой. Этот горшок тоже для эксперимента. Ради вас возьму домой, посмотрим. А это все у нас должно наращиваться. Но бывает, что выпадают тоже растения. Но здесь сильная корневая система, здесь должно быть все нормально.